Снова Иракес. Вместе с самкой из его прайда. И они направляются прямо к леопардам. Каингу заметили. Быстро, на дерево. У Чип есть возможность сбежать. Но желание спариться пересиливает, и она остается в укрытии. Иракес с подругой улеглись. Каингу в ловушке. Он не решается спуститься. 180-килограммовый иракес может легко убить его.